Хорошо, тогда, допустим, вот вы несколько раз говорили, что вы человек, в общем, в целом такой, в общем, закрытый. Вот некоторые ваши экзерсисы, которые, опять же, обсуждаются в сетях, ну вот выйти там, на сцену абсолютно обнаженным, это попытка такой гиперкомпенсации или это... Слушайте, я вышел на сцену не абсолютно, но более-менее обнаженным. Ну, с газеты «Культура» прикрывающие. Довольно много лет назад в «Капустнике», в театральном «Капустнике», да, для своих.